Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я закончила базовый курс обучения наращивания ногтей. Я очень довольна осталась. Настя, огромное спасибо, просто огромное за, как сказать, за, не знаю даже. Татьяна, а что было самое сложное в процессе учебы? Все было сложно сначала, потом все как бы давалось уже полегче, благодаря Насте, опять-таки, моему преподавателю. Татьяна, то есть это ваше первое обучение по ногтевому сервису в вашей жизни, я правильно поняла? Да, это мое первое образование по ногтевому сервису. Ну, а что бы вы посоветовали начинающим мастерам? Вот вы же как-то выбирали эту школу. Вот как мастеру выбрать правильно школу, чтобы не ошибиться? Ну, приходите в эту школу. Ну, тем не менее. Ну, вот посмотрят мастера наши видео, они спросят. Ну, а почему в эту, почему не в другую? Вот чем руководствовались вы при выборе? Ну, я много смотрела школ, но остановилась именно на этой школе. Почему? Пообщавшись с преподавателем лично, я решила, что мне нужно учиться именно здесь. Понятно. То есть стоит приехать в эту школу и пообщаться с преподавателями, да, чтобы определиться, да, с выбором. Я считаю, что это будет правильно. Понятно. Вы научились акриловой и гелевой технологии. Какая из техник вам понравилась больше всего? Ну, как бы мне и то, и другое нравится. Не могу сказать за какую-то технологию плохо. То есть вы полны сил, уверенности и готовы приступить к работе? Да. Отлично, спасибо, Татьяна. Будем ждать ваших работ, новых видео и успехов. Все, спасибо, до свидания.